Футбольный клуб «Динамо» в 21-м туре Тинькофф РПЛ сыграл в Москве против Тамбова. «Динамовцы» открыли счет в первом тайме. На 38-й минуте гол забил форвард «Динамо» Вячеслав Грулев. Арсен Захарян внешне выполнил передачу низом в штрафную между двух защитников. Грулев резко развернулся к воротам и пробил точно в дальний угол. На 90-й минуте Никола Моро реализовал пенальти. «Динамо» победил со счетом 0-2, набрал 36 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Главный тренер «Динамо» Сандра Шварц прокомментировал игру полузащитника Арсена Захаряна в матче с Тамбовым. «Я очень доволен качеством игры Захаряна. Он действовал очень продуктивно, и доказательство – его пас на Грулева. Могу говорить о его игре только в положительных тонах. Захарян признан лучшим игроком матча. Напомним, Захарян в предыдущей игре с Ахматом в своем дебютном матче отличился голом».